За помощью в УЖК «Зеленый сад. Мой дом» Ольга обратилась из-за необходимости замены смесителя. Увидела объявление об оказании дополнительных услуг, позвонила в управляющую компанию, оставила заявку. И вот в ее дверь уже звонит мастер. Добрый день, Ольга Сергеевна. Добрый день. С управляющей компанией «Зеленый сад», сантехник. Оставляли заявку на сайте? Да, оставляла. Меня зовут Александр. Что очень у вас приятно. Случилось? Спасибо большое, что приехали вовремя. Нужно заменить смеситель в ванне. Хорошо, заменим. С работы Ольге удалось отпроситься всего лишь на пару часов, так что пунктуальность сантехника хозяйку порадовала. Иначе и быть не могло. Для сотрудников данного УЖК это норма. Это обязательно. Если жилец сказал, там удобно, потому что так как все работают, у всех время ограничено. Приходим, как назначено. Для хозяйки приход сантехников всегда стресс. Чаще всего их внешний вид и масштабы уборки, которые потребуются после их ухода, откровенно пугают. Однако Ольга была приятно удивлена. Меня поразило, что уже при входе молодой человек обул бахилы, ну и пришел по форме. Тоже обычно сантехники приходят, страшно к ним подойти. Вот, а тут все сделали, убрали за собой, мне даже полы мыть не придется. Мелочь вроде, а приятно. А приятный внешний вид, чистая форма, сменная обувь или бахилы – обязательные требования ко всем специалистам УЖК «Зеленый сад. Мой дом». На прошлом месте работы таких требований к спецодежде не было и к внешнему виду. Какое-то время поначалу пришлось привыкать. Ну, сейчас уже привык, свыкся, даже удобней. Есть во что переодеться. У меня две спецовки. Хорошо, есть грязная, есть чистая. Так что всегда в чистой одежде идем к жильцам. Гарантия на работы, которые проводят специалисты УЖК, 6 месяцев. Так что если в этот период вскроются какие-то недостатки, они будут устранены бесплатно. Однако жильцы в качестве оказываемых услуг не сомневаются. Я буду обращаться в нашу управляющую компанию, потому что, во-первых, можно договориться на точное время. И я уверена за качество работ. Сантехнические, электромонтажные, плотницкие работы, а также мытье окон, вынос строительного мусора и многое другое. Все это специалисты УЖК «Зеленый сад. Мой дом» выполнят быстро, качественно и в назначенное вами время. Причем работы обойдутся гораздо дешевле, чем в среднем по городу. Так, например, установка стиральной машины в среднем по Рязани стоит в районе 1,5-2 тысяч, тогда как специалисты УЖК «Зеленый сад. Мой дом» сделают ту же работу за 1000 рублей. А замена смесителя вместо 1000 обойдется всего лишь в 500 рублей. Для вызова специалиста вам нужно позвонить в управляющую компанию или оставить заявку на сайте. Там же вы можете ознакомиться с полным списком тех работ, которые могут выполнить специалисты УЖК. Обратите внимание, что сейчас вводятся новые клининговые услуги, которые наверняка понадобится в преддверии или же после новогодних праздников. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».